15 февраля в Институте филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета состоялся визит первого и третьего секретарей посольства Туркменистана в Российской Федерации. В ходе визита состоялась встреча с гражданами Туркменистана, обучающимися в КФУ. Были обсуждены вопросы комфортности проживания, оплаты обучения и их безопасности. Особым стал вопрос визового режима. Ранее руководство университета провело встречу с представителями Туркменистана и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В этот же день в Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ прибыл советник по науке и начальник управления по делам иранских студентов посольства Исламской Республики Иран в Российской Федерации. Проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киясов представил делегации мощнейший медицинский кластер, который представлен в университете, и был ранее оценен президентом России Владимиром Путиным. Также состоялась встреча с иранскими студентами и сотрудниками. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.